Па-па-па-па-пам-пам. Дорогие мои пчелочки, добро пожаловать в очередные трейды в Adopt Me. Сегодня мы трейдим прекрасного олдового питомчика под названием Сурикат или же Миркут. Посмотрите, какой он милашный. Посмотрите на это солнышко. Какой он классный, Но вы мне опять скажете, камон, Сквирти, по-моему, ты мне впариваешь какую-то дичь. Почему в названии видео НФР, да? НФР сурикат. А здесь обычный маленький сурикатик. Смотрите, какой он. Какой же он классный, ребята. Жалко, очень жалко, что я не попал на сафари яйца. Очень жалко. Вот бы было бы здорово, если бы сафари яйца нам вернули в игру. И, подождите. У меня срочная новость, дорогие мои. Британские ученые доказали, что под видосы Сквирти, а.к.а. Никита, а.к.а. король трейдов, еда становится в 3 раза вкуснее. Поэтому, ребятки, кто на премьере, скорее, бегите, делайте бутерброды себе, наливайте суп в чашку, заваривайте кашу с малиной, любое, что можно есть, любое делайте и садитесь, кушайте под мои видосы, потому что еда действительно становится в 3 раза вкуснее. Я сам лично проверял. Я сначала не верил в это, сначала думал, да чё, дичь какая-то, чё он втирает нам? А потом действительно, заварился каши, включил свой видос и смотрю, реально вкуснее, слаще каша стала. Так вот, мы сейчас с вами отправляемся, дорогие мои, в подвал, и сейчас будем делать с вами неонового Миркута, неонового суриката. Сразу же вам скажу в начале ролика, да, как вы это любите, за что я готов буду отдать нашего сурикатика. Сейчас я буду его делать и, соответственно, вам говорить, а на что я готов. Где сурикаты у меня? Девочка пишет: «Сегодня ти-да-ди-та-да-да». Привет! Приветик, пчелка, ты меня смотришь, я знаю. Приветик. Короче, я готов буду поменять на неоновую юникорочку с добавками, либо на неоновую кенгуру без добавок. Мы сейчас с вами, конечно же, находимся на трейдерском сервере. Ребятки, если вы не знаете, как заходить на трейдерские сервера, очень классные советы я вам дал. Опа, подождите, сейчас посмотрим, как неоновый выглядит. Нет, я-то знаю, как выглядит. Возможно, вы не знаете, как выглядит неоновый. Ну-ка. Это бомба. Смотрите, какой. Вот такой вот стоит. Вот такой. Классный, ребята. Это просто бомба. Это опять мой краш. Это очередной мой крашик. Маленький крашик мой. Ну, я вкрашился, ребята. Обкрашился. Короче, мы сейчас берем и даем ему флайзельку, потому что он у меня только райт. Он же у меня райт, я надеюсь. Ну-ка, подождите. Он у меня, он у меня неоновый райт. Поэтому мы сейчас дадим ему зелечку флай, да? Зелечку флай, ну-ка держи. Ой, какой он пьет. Классный. Что-то он как-то захлебывается, как будто. Так, теперь мы садимся на него на флай. О, вот это просто, смотрите. Это просто какой-то автобус. Это просто автобус. Посмотрите, какой он длинный. Просто торпеда, просто. Торпеда, посмотрите. Как... Слушайте, а это что, у него кадык такой огромный, что ли? Смотрите, вот это вот что такое? Разработчики Adopt Me, вы могли как-то нормально сделать? Это что вот это вот? Это кадык или что? Лол, все, мы с вами отправляемся сейчас к трейдерам, к нашим ребяткам. Они нас уже там ждут, я думаю. Они просто рвут и мечут, как хотят нашего Миркута. Сейчас я буду писать трейдинг Миркут в чат с донатерами. Или давайте просто сначала вот так вот покружим. Возможно, будут предложения. Так, и у меня трейды включены, все, я проверил. Ждем предложений. Так вот, если вы не знаете, как попадать на такие... Опа, первое предложение. Как всегда, я не закончил свою мысль. И у меня это очень часто получается, не заканчивать свою мысль. Неоновый флайрайт корова. Чё так мало? Нет. Смотрим следующее предложение. Давайте посмотрим. Неоновый флайрайт Миркут. Сурикатик маленький. А вы знали, кстати, что сурикатов заводят как домашних животных? И они даже в России есть. Даже,
ну вот, в нашей полосе, в России, они есть. Сурикаты в клетках живут, офигеть. Они такие милые, ребята. Обязательно посмотрите какие-нибудь видосы на Ютубе, как они выглядят в реальности. Это просто, они, это одни из самых милейших созданий на Земле. Честно вам скажу, это офигительные питомчики. Домашние. Ну, я не знаю, как домашние, они офигительные или нет. Может быть, они орут по ночам, я не знаю. Так, одна кенгуру, одна черепашка, одна неоновая флорайд динго и что-то еще нас ждет здесь, нет? Нет, очень мало, извини, пожалуйста. Смотрим следующее предложение. Вульф Ютуб официал, видимо, ютубер, что ли. Если ты меня смотришь, напиши мне в комментариях. Возможно, мы с тобой заснимем совместное видео по Adopt Me. Опа! Крокодил! Гейский, значит. Я не буду это больше говорить в видосах, потому что я тут подумал, да, я вот кричу, значок, значок. Я же даже на тот момент, вот когда я кричал, я даже не задумывался, что вы, возможно, сейчас реально кушаете завтрак, например, да? Рядом сидят ваши родители, а я тут ору на всю кухню на вашу, что это значок. Я не буду вас смущать, не буду такие слова употреблять, ребятки. Все хорошо, у нас самые доброжелательные, самые образовательные видео на Ютубе. Итак, очень мало, нет, извини, отклоняем. Смотрим следующее предложение. Я напоминаю... Опа, отклонило, ну что такое? Я напоминаю, что мы поменяемся на неоновую кенгуру, либо на неоновый юни с какими-нибудь добавочками. Так вот, заканчиваю свою мыслю, которую я никак не могу закончить. Дорогие мои, чтобы попасть на такие сервера, это вообще очень легко, это вообще очень легко. Нужно просто посмотреть вот здесь вот видосик, где я трейдил буффало. Там в самом начале я вам рассказываю все фишки. И там есть одна очень-очень важная фишка, благодаря которой вы будете заходить моментально на такие сервера в течение 2 минут. Нет, ожидание, возможно, подольше займет, конечно, но слишком мало предлагает, извини, нет, не могу согласиться на пустоту. Есть там фишечка такая, благодаря которой вы действительно в течение 2 минут всего лишь будете заходить на трейдерские сервера, и это очень важная фишка, обязательно посмотрите. Ссылочка была справа в верхнем углу. Два неоновых дога, неоновая манки и... Оттер. Оттер по имени Лимон. Нет. Смотрим следующее предложение. Kitten Cute хочет мне что-то предложить. Неоновый джинджер. Мы, кстати, с вами еще ни разу джинджеров не записывали, по-моему. Никаких вообще. Никаких. Ни неоновых, ни обычных, ни мега-неоновых. Никаких джинджеров не записывали. Не. Мало. Мало. Смотрим следующее предложение. Слушайте, а сурикат-то вообще-то в почете? Сурикат-то в почете. Правда, что-то предлагает какой-то ГГ, изи, конечно. Но сурикат-то в почете. Вечно летят, смотрите. Постоянно летят. Ну, такую торпеду, конечно, сложно не заметить. Посмотрите, какая это. Пью! Просто стрела. Просто стрела, посмотрите. Реально автобус школьный. Жесть какая. Ребятки, если сейчас в течение этого видео будут какие-то трейды, на которые вы не согласны, и если вот вы во время премьеры, например, вы сидите, смотрите премьеру, и вы думаете, блин, на Red Panda, на австралийского Килпи вообще надо меняться, вообще надо меняться, обязательно это пишите. Можете даже чуть-чуть меня обзывать, да? Чуть-чуть. Потому что, ну, король все-таки, король трейдов, а.к.а. Сквирти. Чуть-чуть можно обзывать, но не сильно, потому что сильное обзывание сразу улетает в спам, дорогие мои, и я даже не вижу этих сообщений. Чуть-чуть можно. А-та-та можно, а-та-та, Сквирти, ну вот надо было поменяться, ты вот здесь не прав. Я же читаю ваши комментарии в каждом видео, и я делаю для себя выводы. Действительно, и понимая, что да, вот здесь вот надо было, наверное, поменяться. Вот здесь вот я, например, был неправ. Да, такое может быть, потому что даже короли ошибаются. Так, нам Янбан 35. 35 годиков, что ли, человечку? Да что ты меня замучил с своей Red Panda? Не хочу я! Не хочу! Даже за 2 австралийских килпи не хочу. Все, дорогие мои, мы отправляемся с вами на жесткую стратегию. Прямо сейчас начнем жестко бомбить чат, камон, и будем писать с вами трейдинг NFR Mirkut. Ну и конечно же, я надеюсь, так, нам прилетает трейд. Я сейчас вам покажу одну фишечку, которую я неоднократно показывал в своих видосиках, да? Ну нет, ну это мало. Не, извини, пожалуйста, мало. Что сделать, чтобы вам
быстрее предлагали трейды. Смотрите, например, на неоне, да, на неоне покажу. Если у вас обычный питомец полностью прокачанный, обязательно выучите все у него команды. Мы нажимаем dance, нажимаем dance 1 или dance... Ой, нет, не на себя, извините, дорогие мои пчелочки, чуть-чуть ошибся. Мы сейчас сделаем так, мы на него садимся right, теперь мы на него нажимаем tricks, теперь нажимаем dance, и все. И вот в такой вот позиции мы с вами находимся. Вот в такой позиции. Сейчас у нас трейд закончится, я вам покажу, как он выглядит. Он выглядит просто великолепно. Так, нам предлагают King Monkey. Что? King Monkey? Серьезно? Ребята, King Monkey. Вы бы согласились? Вы бы согласились? Быстрее пишите. Пишите в премьере или в комментариях быстрее. Вы бы согласились на такой трейд? Monkey, между прочим, это уже old. Это олдовый питомчик, а тем более King, я прям не знаю. Но самый главный совет вам даю, да? Первый никогда не нажимайте на ацепт. Не нажимайте никогда первый на ацепт. Значит, вы предлагаете меньше, чем вам чувак предлагает. Ждите, когда он поставит галочку. Либо, если он нажимает там раз в секунду, такой, нажал, отпустил. Вот в таком случае нужно прям в секунду попасть в его галку и затрейдиться. У меня не раз такое было, то что он там что-то жмякает, там раз в 5 секунд, на 1 секунду нажимает, галочку ставит, и я такой, ать, поймал, и затрейдился, все, и сразу вышел с сервера. Ну а чё он меня дразнит? Правильно, все правильно я сделал. Не надо меня дразнить, я быстренько нажал, все, получил своих питомцев, убежал. Нет, я отклоняю, смотрим следующий прилад. Вот, видите, как он танцует? Ой, какой классненький. Так, нам предлагает следующее предложение. Ангелина 364-647 предлагает мне оленя, коричневого оленя и райт манки. Ну, вообще мало, не, извини, пожалуйста. Смотрим следующее предложение. Слушайте, реально пользуется спросом. Если вы мечтаете о сурикате, обязательно делайте его неоновым, потому что, посмотрите, что предлагают. Синий блюдок, машина Rocket Racer. Ребята, вы, кстати, хотите увидеть трейды на Rocket Racer? Я бы потрейдился, у меня уже несколько машинок есть. Ребята, синий блюдок, я не знаю, меняться или нет. Синий блюдок, мне кажется, это такое себе, если честно. Ну, блин, мне кажется, синий блюдок когда-нибудь станет ценным, правда. Сейчас у него цена вообще ни о чем. Вообще она просто вот прям ниже плинтуса, и эта цена блюдога. Но я надеюсь, она когда-нибудь поднимется. Блин, соглашаться или нет, ребят? Он ждет меня, соглашаться или нет. А, я не знаю. Я не люблю такие трейды, когда я не знаю. Вот я вам советую, дорогие мои. Если вы идете на трейд, сразу заранее себе планируете питомца, на которого вы согласитесь. Чтобы не мешкаться, не задумываться. Сразу знаете, вот это я хочу поменять на это. Все, точка. И просто долбите в одну точку. Хочу этого питомца, и все. Могут другие предложения, потому что питомцев очень много в Adopt Me, могут другие предложения прилетать. И я вот крайне не люблю такие трейды, когда я сомневаюсь. Это прям сильно напрягает. Нет, я откажу, ребят. Извините, я откажу, я считаю, что можно получить больше гораздо. Но если, дорогие мои, если вы не согласны с моими трейдами, если вы считаете, что... Не, скверти, все, это по-любому отписка, это ты вообще вышел за все рамки разумного, ты вообще неадекватен. Ты видишь, на что ты трейдишься вообще? Надо было соглашаться. Обязательно пишите об этом в комментариях, я читаю комментарии, поэтому пишите, если вы не согласны с моими трейдами, я только за, я любую критику воспринимаю, кроме, конечно, прямых обзаебательств моих родственников там или меня, поэтому такое я не люблю. И не потерплю на своем канале, да и вообще все такие слова, они сразу же улетают. На King Monkey меняться или нет, я вот думаю. Опять, Скверти, хватит бубнеть, алло, трейдься, хватит бубнеть. Нет, на Кинга не соглашусь, извини. Ангелина, что ты опять не хочешь на то же самое, нет, извини. Я даже уже не спамлю в чат, ребята, предложения сами летят. О, неоновый флорайт, блин, я бы хотел Юни. Я не хочу дракона неонового, я хочу Юни.
либо кенгуруху. Мало, извини. Давайте напишем на всякий случай Адада. Адада, может, он что-нибудь добавит? Потому что, ну блин, смотрите, здесь все логично, да? Вы хотели больше разборов трейдов? Вот, пожалуйста, здесь все логично. Неоновый Миркут, пускай он даже Ункамон, но это олд. Это сафари яйца, это крайне-крайне далекие яйца, которые уже точно, скорее всего, не будут. Короче, а дракон? Это просто питомчик, которого можно сейчас выбить 4 штуки и все, и получить типа... Да, он легендарный, ну и что? Ну и что, что он легендарный? Олд — это выше, чем легендарка. Олд выше, чем легендарка. Да что происходит-то, я не пойму. Да ты, ну ты что, меня достал со своей этой? Отстань! Достал со своей манки. Не хочу я на манки меняться. Так, опять включаем с вами трик и дэнс, конечно же. Будем смотреть. Слушай, Кинг Манки, отстань от меня, пожалуйста. Солнышко. Вот, другой какой-то трейд прилетает. Давайте посмотрим, что мне могут предложить. Сейчас за неонового Флайрайт Суриката. Оу, мало? Оу, май, это же мало? Это вообще ни о чем. Ребята, нет, питомчики, конечно, все питомцы в Adopt Me, они просто шикарны. Это красивые, милашные все питомчики. Но это мало. Нет, я на это не соглашусь. Не соглашусь. It's by Rex. Хочешь мне что-то предложить? Давайте посмотрим. Оу, Starfish. Оу, Flyride. Arctic. Кто это у нас? Fox? Да, это Arctic Fox. Ginger? Нет, это не те питомчики, про которые я вам сказал в самом начале, поэтому я не буду. То есть я вам даю советы, да, делать вот так, а сам тут поменяюсь на какого-нибудь Starfish. Нет, конечно. Я говорю вам установку в самом начале. Я делаю вам установку в самом начале на конкретного питомца. И сам же буду нарушать свои правила. Нет, конечно, нет. Если будет что-то прям из ряда вон выходящее, прям огонь питомец какой-нибудь, тогда да, это будет обоснованно, это будет логично. Согласиться на другого питомца. Что-то, если мне предложат, например, выше что-то неоновый кенгуру или выше неоновый юни, там с добавочками, да, я, естественно, соглашусь. И вам также советую делать. Обязательно делай только так. Нет. Ну какая корова? Какой райд сурикат? Что такое? Нет. Нет, не дам я тебе. Смотрите, как выпрашивает. Плиз, неон Миркут. Нет, не хочу я. Отстань. Я сейчас... Не буду я тебя принимать. Что ты какая приставучая девчулька, а? Не хочу я. Нажимаем трикс и нажимаем дэнс. Продолжаем дэнсить с нашим сурикатиком. Оп, новый человечек подлетел. Давайте посмотрим, что она может предложить. Минже... Опять то же самое. Или это не новый человечек, что ли? Ребята, вот если вы трейдите, да, у вас уже просто какая-то безысходная ситуация, или если вы видите своего питомчика, на которого вы хотите поменяться, тогда это нормально, если вы предлагаете много питомцев. Но когда вам предлагают... Точнее, когда вы предлагаете много раз одному и тому же человеку трейд, это нормально. Но когда вам предлагают одних и тех же питомцев, это бесяче. Это бесяче. Хэштег бесяче. Хэштег бесяче. Но ничего с этим не поделать. Ничего с этим не поделать. Вам рекомендую несколько раз кидать трейды одному и тому же человеку. Но это бесяче для других человек. Да что ты? Ну вот опять начинается. Одна с Кинг Манки меня достает, другая достает с неоновым драконом. Но это нет. Ну, ребята, ну что? Ну да, отстаньте от меня. Вот предложите мне, например, золотую уни. Не хочете ли вы на золотую уни поменяться? Ну или на что-то такое. Ребята, понимаете, спрос на Миркута есть. 100%. Спрос на Миркута есть. Вы сами это видите. Постоянно летят трейды. Поэтому можно соглашаться, точнее, требовать более крутых питомцев, чем вам предлагают. Более крутых питомцев. Пока что это вообще не то. Ну, хотя вот хорс, она стоит, по-моему, у нас 600 робуксов. Давайте посмотрим, сколько у нас стоит хорс. А, сейчас скидка, тем более, 225. Ну, фиг знает. Не. Да, вот смотрите, она мне на английском пишет. Will you do neon mirkat for this it cost robux? Что? Не хочу. Слушайте, подождите, а у нас же панда тоже, по-моему, платная за робуксы. Ну-ка, погодите. Панда тоже платная. Тут вообще все питомчики платные. Вот вы меня сейчас загнобите в комментариях, конечно. Вы меня загнобите сейчас в комментариях. Просто вас разбомбит просто дичайше. Здесь все за робуксы. Все, ну, конечно, дешевенькое, да, за робуксы. Но за робуксы. И вы мне сейчас как начнете написывать: надо было меняться.
Скверти, Скверти, надо было меняться. Ребят, я отклоняю. Извините. Извините, пожалуйста, но я отклоняю. Ну, не стоит, не стоит олдовый пет никаких робуксов. Нет, конечно, каких-то стоит робуксов, но не этих, не этих. Мне потом это куда девать? Мне эту каталочку розовую куда девать? Если только под песоте раздавать и все. Я же не буду ее трейдить. Куда мне ее? Да ее никто не хочет. Ангелина опять мне хочет что-то предложить. Опять дискошар. Нет, извини, пожалуйста, солнышко. Одни и те же мне что-то люди предлагают. Вот, вот секретив Маус, какой-то другой человечек. Давайте посмотрим, что она. Так, золотая крыса. Золотая крыса. Я на нее никогда не трейдился, даже не пробовал трейдиться на золотую крысу. И мне кажется, что даже не стоит пробовать, потому что все, поголовно все говорят, что золотая крыса не ценится. Вообще. Я знаете, что сейчас вспомнил, дорогие мои пчелочки? Я знаете, что сейчас вспомнил? Я очень сильно хочу затрейдить фламинго. Я просто о нем мечтаю, о фламинго. Особенно о неоновом фламинго. Особенно о мега-неоновом фламинго. Это просто будет бомба. Я очень хочу фламинго, ребята. Но чуть попозже. Я уверен, что я ее найду, но чуть попозже. Пока предлагают, я даже комментировать не могу это, потому что пока предлагают, ну, шляпоньку. Шляпоньку пока предлагают, даже не могу никак комментировать. Дорогие мои, напоминаю вам, что если вы хотите поиграть со мной, то просто подписывайтесь на меня в Роблоксе на кнопочку Follow. И когда я выхожу в общие сервера, у вас появится кнопочка Join Game. Вы нажимаете на кнопочку, присоединяйтесь ко мне. Но я напоминаю, что всего лишь 48 человек на сервере может быть, и это очень мало. Это очень-очень мало. Так, мы нажимаем опять на Трикс и ждем предложений. От тех же самых девчулек я буду отклонять, потому что, ну, бессмысленно абсолютно. Она меня спрашивает, why not? Да потому что это мало. Почему why not? Да потому что мало это. Не хочу этого у King Monkey. Мне его потом куда девать? Это нехороший трейд. Она пишет, это it's a good trade. Для меня это нехороший трейд. Хороший трейд для каждого свой, понимаете? Это нормально, что каждый хочет за своего питомца что-то свое. Кто-то мечтает о совушке, кто-то мечтает о... Как она? Свинка волосатая. Как она называется? Свинка волосатая. Напомните мне, дорогие мои пчелки. Волосатая свинья. Как она? Не могу вспомнить. Господи, волосатая свинья. Волосатая свинья. Хотел сказать бекон. Нет, не бекон. Это бекон из свиньи делается. А волосатая свинья, как она? В лесах у нас бегает волосатая свинья. Ребята, все, это просто минус мозг. Минус мозг. Я не знаю, как называется волосатая свинья. Дикая волосатая свинья. Кабан, ё-моё. Вспомнил, кабан. Кто-то мечтает о кабане, понимаете? У каждого свой самый хороший трейд. Поэтому, если вам пишут it's a good trade, вы подумайте сами, а good ли трейд это? Это что такое? Подождите. Это... Я даже не знаю, как... Это морская свинка. Это морская свинка, но я что-то... То ли у меня сейчас кукуха поехала, то ли я не пойму... Я не помню вообще, из какого яйца она. Это что за пет вообще? Что за морская свинка? Трейды хорошие, ребята, трейды хорошие. Но у нас сейчас происходит с вами неожиданное завершение видео, дорогие мои. Спасибо вам большое за то, что вы досмотрели до этого момента. Я вас всех благодарю чисто сердечно. И напоминаю вам, что нас скоро 150к. Всем удачи и всем пока-пока!